В Югре ветеран Великой Отечественной войны поднял боевой дух росгвардейцев Иван Петрович Лыткин, разведчик, воин, интернационалист. За плечами 40 лет защиты Родины. Сейчас Иван Петрович живет в Москве, а в Шапшу приехал на 295-летний юбилей родной деревни. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активный образ жизни и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Свое военное историческое прошлое он описал в книге, которую собрал и издал на собственные деньги. На встрече с росгвардейцами, которую он посещает регулярно, ветеран рассказал, как встретил свою победу в 1945 году. Иван Петрович в прошлом году вручил управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре копию главного символа победы советского народа над фашистской Германией – Красное Знамя Победы. Было для нас очень символично и почетно получить точную копию штурмового знамени. Оно сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Отряды полиции специального назначения «Стерх», «Сокол Югра», «Норд» пронесут его до самого победного конца.